надо послать 6 посылок. Посылки разные? Да, 6 разных посылок. У нас есть 3 курьера. Курьеры, разумеется, тоже разные. Это Да. Кто-то зеленый, кто-то... Неважно. 3 разных курьера. 6 разных посылок. При этом любую посылку можно дать любому из этих курьеров, но требуется, чтобы каждый курьер хоть что-нибудь, сколькими способами это можно сделать. Вспомните предыдущее занятие, потому что вот эта задача, в отличие от предыдущих, все-таки очень тяжелая. Еще раз, здесь надо порешать, подумать. Повторяю, есть 6 разных посылок. Они должны быть от вас, значит, унесены 3 разными людьми. И посылки, значит, тоже разные, и люди тоже 3 курьерами. Но при этом требуется, чтобы каждый курьер хоть что-нибудь донес. Ну, например, может быть так, что первый курьер уносит 1 посылку, второй 4 штуки, и третий тоже нормально. Или по 2 посылки каждый. Представим себе, что у нас есть 6 посылок. И мы их распределяем по 3 курьерам любым образом. То есть вот у нас есть место, где посылки лежат, и наши 3 курьера. И про каждую посылку надо принять решение. Мы ее сюда кидаем, сюда и сюда. Понимаете ли вы, в таком случае будет очевидно 3 шестой степени. И все бы хорошо, если бы не требовалось, чтобы каждому курьеру что-то досталось. Согласны? Да. Значит, у нас есть такая картинка. Есть всего 3 шестой способов выдать посылки курьеру, но при этом там есть способы, когда у первого ничего нет. Согласны? Есть способы, когда у второго нет. И есть что? Способы, когда у третьего нет. У третьего. Вы неправильно писали. Я как раз правильно. Смотрите, если пересечение, чтобы ни у того, ни у того, ни у того, не бывает. Потому что тогда никто не отнесет. Понятно, да? Это каждая посылка хоть куда-то попала. А теперь вопрос. Понимаете ли, что это типичная задача на формулу включения и исключения? Давайте вот это назовем множество А, это множество Б, это множество С. Значит, нужно написать 3 в шестой минус количество элементов плюс, понимаете ли? Нет, все. Потому что тройное пересечение отсутствует, значит, действительно все. Так, ну, смотри, 3 в шестой это есть, 3 в шестой. Сколько способов, когда первому курьеру ничего не досталось, а второму и третьему, неважно, досталось, не досталось? Это 2 в шестой. 2 в шестой. Потому что мы просто первому ничего не даем, поняли? Пришел 2 в шестой. И для третьего то же самое. Можно я так напишу? 3 умножить на 2 в шестой. Да. Хорошо. А пересечение что такое? Это... Не досталось ни первому, ни второму. Что это значит? Это 1 плюс 3. Это 1 вариант. Плюс 1. 1 вариант. Плюс 3. 1 вариант. 1 умножить на 9. 72. 729. 729. Отлично. 2 в шестой. 64. 2 в шестой, это, конечно, 64. 64 умножить на 3. 192. 192. Так вот, надо тройку прибавить. 729 будет 732. И вычесть из этого 192. Сколько у нас будет? 540. У нас получается на ответ. 540. Более-менее понятно, нет? Да. Это просто задача на форму включения.